Сегодня 27 августа 2021 года. Тут догадываться не надо, где я нахожусь. Маленькие загадки загадаю. Догадайтесь, что я тут делаю. Я покажу кое-что. Пройду тут дальше. Это старое место, обихоженное было. Это вот сюда все пришлось носить, убирать. Была буря. И тут много что наломало. И пришлось все убрать. Вот. Здесь дядя мой, отцов родной брат. От него я узнал, что нужно священство. Не знаю, видно будет или нет вплотную. А сделал ему это зять надгробный памятник такой. А это моя бабушка, материна мать. Вот я вплотную подойду, чтобы видно было. Вот, а рядом здесь правее. То есть это юго-восточнее. Сами тут. Тут моя родная мать. Что я тут делаю? Вот тут далеко видно, не знаю, видно, нет, будет. Юноша 15-летний. Благослови себя, Господи, в вечности. Что я делаю здесь? Привез вот такие тычки. И вырвал вокруг траву. Вот три тычка. Так три, так три. Что это означает? Вот моя мать, бабушка. Вот. Я сейчас с той стороны зайду, чтобы не солнце светило. Наклонюсь немного, чтобы было видно. Вот с этой стороны, если приближаю. Один, два, три. Один, два, три. Ну так вот, длину это 2,5, может, метра. И около метра меньше ширину. Вот место какое-то застолбил. Зачем я это сделал? Вот загадка. Тут рядом растет черемуха. Скажу, чтобы ее не трогали. Тут огромные-огромные это поля. Садили, когда могилу баю. Отцу. То есть Степан Дмитриевич, отец у меня Тихон Дмитриевич. Я тогда поставил, невысоко было скворище. Скворцов я любил, у меня в саду было у отца 123 скворечника. Разных, 6-3-этажных. Вот. Что я здесь нахожусь, это можно увидеть, где я нахожусь. На фоне вот этих спецов это. Вот сейчас аппарат с востока на запад направленный. Вот сегодня все приготовил. Это первая загадка. Что я тут делаю и для чего? Прежде чем поехать сюда, я посоветовался. Сказал батюшке, отцу Акиму, брату моему, священнику. Вот так. Взял топор с собой, тычки от его сделал. Ну и все, помолился тут. Матери на благословение. Да сохранит Господь и помилует. Тут выходить. Семья есть, один как бы дядин зять. Дядя Степана, это зять. 45 лет жил всего. В танках горел, на войну был. И сын. Тоже 45 лет и нету. Да.
Здесь я приехал на своем велосипеде, на велике, и уезжаю домой. Я не называю тут вещи, никакие имена. Ну, тут можно будет догадаться, наверное, что это означает, к чему я тут толкусь.